Добрый вечер, здравствуйте, дорогие телезрители, уважаемые участники лотереи Шарпона Лото. Мы очень серьезно начинаем данный тираж, потому что серьезная, солидная сумма разыгрывается по первой категории, дорогие друзья. Мы рады вас приветствовать в прямом эфире. Добро пожаловать, мы начинаем. Ассаламу алейкум, азизлер, илхом айткенлердик. Бугун биз жидди тарзда ойынны башламокчимиз. Бунинг сабаби бор, чунки Шарқона Лото лотереясы 36-дан 6 ойынынинг мана бугун 125-чи ютуқлар тиражи. Қолаверса бизда жами бугунги тиражда 684 миллион 260 минг 454 сомлик пул ютуқлар ойналади. И сумма по первой категории из этой общей суммы составляет, то есть джекпот 15 518 миллионов 311 тысяч 200 сум. Желаем всем удачи, дорогие друзья. Еще раз повторимся, общая сумма призового фонда по всем категориям составляет 684 миллиона 260 тысяч 454. Значит, джекпот и специальный джекпот мы уже объявили. Пройдемся дальше. Призовой фонд по второй категории за 5 угаданных чисел составляет 36 миллионов 473 220 сум. Ва торта сонна топкен ойн комбинациялары учун ютхондынинг учинчи категориясы да 64 миллион 841 280 сум пул маблаг ойналады. А если в случае победителей по какой-либо из категорий будет несколько, то сумма выигрыша разделится поровну среди всех выигравших. А сейчас представим вашему вниманию комиссию, которая внимательно будет следить за проведением 125-го тиража. Шералиев Анвар Холлиевич, начальник отдела Центрального аппарата Народного банка, председатель комиссии. Гульмурзаев Даврон Мамадаминович, Халк Банка Маркези аппарата Диетакчи Мутахасис, Хайат Азос. Салихова Дильдора Махмуджановна, главный специалист телеканала НАВО национальной телерадиокомпании. Бугунги ютклар тиражи учун ойн иштирокчилари томонидан 32806 билет харид кылинган ва уларда 202629 ойн комбинациясы кайт этилгани маълум кыламыз. А я с радостью передаю диск, на котором записана вся эта информация, запечатанный диск у председателя комиссии, и мы подходим к лототрону, дабы готовы начать, готовы сначала взволновать, а потом вот порадовать. Шундай, доим гидек, бирдан 36-гече болган барча рақамлар бугун мана шундай олов рангда, лототронда жойлашкан, фақаткина ойин иштирокчиларига омад тилейбиз ва ойинни бошлаймиз. Итак, поехали! 125-й тираж. Все шары, 36 цифр, различные комбинации сейчас крутятся, и мы скоро узнаем, какие цифры сегодня являются выигрышными. Есть первый шар под номером 8. Баринчи шар, рақамы, сакис. Ташкарда хава харораты ысык. Да. Эндиген мана октоп кайткандек болуяпты, лекин азыр лототрондан келиоткан шабода хам бизге якымлы туюляпты. Даже это радует, да? Второй шар под номером 36. Икинчи шар рақамы 36. Оматли келсин бугун. Хар бир түшкөн рақам ойында иштирок этиоткан комбинация омат алып келсин. 18, третий шар под номером 18. Учинчи шар рақамы 18. И вот уже страсти накаляются. Скоро мы узнаем цифру, которая определит третью категорию. Есть номер 7. Счастливая цифра многих. Ха, туртенчи шар рақамы 7. Бізде кетме-кетлік пайда болды, Илхом, 7, 8. Да. Ну, 18, завтра 18 число, да. 18 плюс 18, 36. Есть второй шар под номером 1. Бешенчи шар рақамы 1, бабу, бізде икенчи категория. Бүгін Илхом үшін біраз қиын күн болған, а Илхом қазір эфир ортада гәпләшкенімізді. Солнце, солнце. А вот и 17. Дорогие друзья, 17 июля и 6 шар под номером 17. Бонус 6-й джекпотны анықлай беру шар рақамы 17.
Давайте пройдемся пока. Так, ровно будем. Докатки. Сакис, оттис, алты, он сакис, етте, бер, он етте. 8, 36, 18, 7, 1 и 17 выигрышные цифры. Мы как только определим, есть ли победителей по первой категории, по традиции мы запустим лототрон, чтобы вот, вот что мы разыграем, дорогие друзья. Автомобиль Spark. Заждалась эта машина уже давно своего хозяина. Ну, надо уже отдать, так что... Spark автомобили бугун бизни янымызды. Сонги кун, шындай ният кылайдык. Сонги бары бизни янымызды турупты. Оппоққына, яп-янге, чирайли. Мана шындай зор кунды біз астайдыл хохлаген болардык. Бугун уни егасы чықсыну. Студиядан олып кетсін оз үйлерге. Да, нам нужно просто Каптиву привезти. Яхшы ният. Пригнать. Итак, количество выигрышных комбинаций по первой категории в 125-м тираже отсутствует. Ха, бүгін джекпот соғып анықламады. Бізді есі манашу Spark автомобилі егесіні күті өткен 7-ші бонус шар рақамы бар. Мархамат лототроны ені бір бар. Харакетке келтірамыз. Ба, 7-ші шарны анықлаймыз. Лототрон! Поехали дальше. Специальная категория. Да. Вот так вот. Работаем. Работаем, друзья. Как говорится, в одной передаче. И где же заветный седьмой шар? Бонусный шар под номером 15. Йеттенчи шар ракамы 15. А теперь мы можем смело сказать, что эта информация передана в центральную систему Народного банка, где сейчас происходит всякого рода анализ, вычисление, выявление результатов по второй, по третьей категории, а также по специальной категории, где вот, посмотрите, как закуражено, все красиво, халбанка. Орзуларингиз Ройоба Шарконалато, вы будете ездить на ней и гордиться, дорогие друзья, что вы вот победили, выиграли именно вот этот автомобиль Spark. А для этого что нужно сделать кому? У него еще не сэр Халфбанк не стальян филиалары, йоки успания чахопчеларге боры. Хохлагянчи комбинация, да, Шаркона лотереясы билеты бормы, деп суресанги сізге тақдим ичады. Сто, сто комбинаций сразу. Комбинацияларны белгилейсіз, ва эйн сонгі да телефон рақамингізне озып қалдырасыз. Толуларны амалге ашыргеніңізден сон, зор кәбеті үйінгізге кетасыз. Ба, хар чаршамы, саат 19.00-ді, Нава телеканалды, тоғырдан-тоғыр эфирні күтасыз, азизлер. Ва, біз ойырды, кейінгі тиражын өткезамыз. Манышы тиражды, агер сіз белгелеген комбинациялар білі рақамлар тоғыр келсі, мас келсі, сіз ғалыпсіз. Хама сосан. Да, это не только в специальной категории, мы можем вас поздравить. Ай, с джекпотом. Это первая категория, дорогие друзья. Вот заветное слово, красивое слово, джекпот. Очень важная категория, она всегда первая. Нужно просто сыграть, постараться, испытать удачу. И, наконец-то, можно круто, очень громко объявить, что вы обладатель джекпота. Но для этого нужно сделать первые шаги. А кто-то уже делает не первые шаги, да? Кто-то долгое время играет. Огромное спасибо. Итак. Махсус категория дам башлеймыз. Илхом, минге мана бунде ишо ара кылыптылар. Сиз айтыңды. Ну я про джекпот сказал, говорите про специальный. Шундай, кайфиятымыз брозгене чыты, лекин хеч кысы йок, бізді кейінгі тираж бар. Джекпот суммасы хам яна да ашады. Лекин бүгін джекпот махсус категория бойынша голып анықланмады. Ноль. Ноль. Зато категория... Майлер, печек сиёк. Учинчи категория бойче. Количество выигрышных комбинаций по третьей категории 1626. Сумма выигрыша на 139878. Икинчи категория бойче. Эсэ 68 комбинаций ютхули деп топылды бауларни. Харбор 536371 сумнан пуль маблагиге эге болешты. Табриклеймыз. А мы же объявляем джекпот на следующий 126-й тираж и...
Опять-таки, серьезный голос, серьезная сумма. 599 миллионов 362 тысячи 800 сум. Кейнги 126-й утқылар тиражи учун көріп тургенингиз. Джекпот суммасы янады ошкен элон кыламыз. 599 миллион 362 000 800 сум деп белгиланды. Кейнги тиражды махсус категория бойынша 20 миллион сум пул маблагы ойналады. 20 миллионов сум специальной категории. И мы сразу же обращаемся к председателю комиссии. Претензий нет. Бүгінгі ғолыпларыны табриклеймыз. Кенгі сиражда яны көршіні не атқыламыз. Унгечі озенгіз не ефті атқылейм. Дорогие друзья, не забывайте, Шарпона лото, Омат лото, это вот путь к успеху. Ну, конечно, если вы постараетесь, вы начнете вот эти вот реальные действия. Желаем вам удачи во всем, в любой сфере. И главное, берегите себя. Дай вам Бог, до встречи. Омат Йорбольсен.